Геронтологический центр для 83-летней Фаины Замутиной – не просто место жительства. За 10 лет он стал ее домом, а сотрудники – почти родственниками. Попала сюда Челябинка в 2009 году, когда стала подводить здоровье. Уверена, что если бы судьба распорядилась иначе, в одиночку найти в себе столько сил на старости лет точно бы не смогла. В основном в движении, потому что с моими болячками мне надо двигаться. Живется мне здесь, я бы сказала, так хорошо относится ко всем с теплотой и с пониманием. Девиз сотрудников – старость – это не конечная точка, а новый этап. Здесь пенсионеры не только находят хобби и новых друзей, но даже осваивают профессию и устраивают свадьбы. Помочь в этом готовы соцработники и психологи. В нашем учреждении проводим всевозможные мероприятия по социальной адаптации, по моральной подготовке к тому, что можно жить и можно жить хорошо. Люди прожили достойную жизнь и имеют право хорошо отдохнуть. Здоровье подопечных у медиков на особом контроле. Кроме измерения давления и температуры, пенсионерам и инвалидам почти ежедневно нужно делать УЗИ. Теперь следить за состоянием постояльцев стало проще. Недавно в центре появился самый современный аппарат ультразвуковой диагностики. Этот аппарат нам позволяет более детализировать, не пропускать такие только начинающие патологии, например, да, там типа рака и так далее, ну и его диагностировать на начальных стадиях. Он позволяет увидеть и кровоснабжение органов, и даже окружающих его жидкостей. Причем для этого не придется вести постояльцев на процедуру в больницу. Необходимость в новой технике колоссальная. Сейчас в единственном геронтологическом центре Челябинска проживает больше 200 человек. Это была давняя наша мечта, так как аппарат УЗИ, который у нас находится, 2004 года выпуска, не позволяет оказывать такой уровень диагностики. Здесь нужно сказать благодарность Томинскому ГОКу, который откликнулся на наш призыв и подарил нам данный аппарат. Во время пандемии сотрудникам пришлось поволноваться за подопечных. Целый месяц они провели с постояльцами на карантине, чтобы не подвергать их опасности заражения. Пенсионеры смеются. С такими заступниками можно смело строить планы на годы вперед. Наталья Петрухина, Андрей Грищук, 31 канал.